Вот недавно дрался Мэнни Пакьяо. Ваш вес, бой там все по-разному оценили. Считается, что кто-то уже должен завершить его карьеру. Насколько вообще это было бы интересно вам попробовать с ним побоксировать? Тем более говорят, что новая звезда приходит, убив старую, в принципе. Или победив старую. На самом деле, вроде бой был в весе 66 Ну, да. Ну, я скажу, если бы мне Мэнни Пакьяо предложил этот бой, я бы перешел в категорию выше. Как считаете, насколько сейчас вы были бы фаворитом или андердогом, наоборот, в бою с ним? Андердог. То есть... Я был бы андердогом, что тут ходить. Мэнни Пакьяо — это имя, это звезда. Я был бы андердогом, фаворитом. Для меня был бы это большой шанс проявить себя. Как бы готовились к такому бою? Ну, то есть что-то бы изменили, ну, потому что действительно... Как и всегда. И тогда вопрос как раз тоже связанный с весовыми категориями. Ломаченко одержал очень убедительную победу, и он вообще так ворвался в профессионалы. Насколько я помню, он 61 был, вы 63. Теоретически вы могли бы согнать еще 2 килограмма для боя с ним, и было бы ли вам это интересно? Я думаю, не было бы интересно мне, потому что, в принципе, 61, я не вижу смысла, я оттуда начинал. Первый мой титул был 61. Но вообще за Васю я всей душой болею, переживал за ним, как он выиграл у своего оппонента, там вообще ни одного шанса не дал. Ну, то есть поединок потенциальный нет, не интересен, да, если вот пришлось бы опускаться в категорию ниже? Нет, опускаться я бы точно не стал. Все понятно. Все, спасибо, Брэд, два боя хотелось узнать.